О, бежит, бежит папа. Огромное спасибо. Это подарок от школьников. Это вот школа. Собрали неравнодушные дети корм и передают в приют. Ух ты! Ой, смотри, там шприцы сейчас вывалятся. Ух ты! Подарочки. Значит, там не только корм. Потом покажу, да? Да, конечно. Собака. Собака моя бока. Сейчас на тебя поставлю. Картошка. Фух. Все, поехали. Красота. Сейчас мы вам покажем, что нам подарили. Это ученики 4 класса первой школы. И отдельно огромное спасибо Алле Ивановне. Это подарки для наших питомцев. Сейчас мы вам покажем. Что там, что там? Здесь шприцы, да. Зеленка. Отлично. Зеленка. И ватки. О, ватки нам нужны. Да, да. Открыть? Давай откроем. Так. О. Ух ты. Это у нас кормушки. То, что надо. Кормушки. Для собачушек. Сухие корма. Так. Для борбосов. И вкусняшки, и ух кормушки. Ты. О, прикольные какие-то, да. Шарики с сыром. Влажные корма, вообще супер. Вот. Отлично. Спасибо огромное. Здесь мы можем посмотреть через вырезку, которую проперфорировала. Капец. Картофелина. Это сколько секунд она осталась одна? Ну, пока мы с тобой заходили с маленьким песиком. Ух ты. Так. Фига себе. Ну, собственно, тоже вот кормушки, кормушки. Ага, и влажные корма тоже. И еще одна коробочка. А что же там? А это подарок для самой свирепой в мире кошки, которая, да, умудряется выжить в приюте для собак. Ух ты! Это котокормушки. Отлично. Она как раз таки такое обожает. Вкусняшки. Ой, ее любимый. Супер, спасибо огромное. Вот. У кошки Новый год, я смотрю, получше, чем у меня. Да. Огромное спасибо, друзья. Да, спасибо большое. Вот. Все. А мы потащили багасьва. Подари приюту Новый год. Лучик солнца положи под елку. Будет от него немало толку. В час ненастья слабых он спасет. Подари бездомным Новый год, безнадежным подари улыбку, потрепи рукою по загривку, лаской укрывая от невзгод. Подари питомцу Новый год, волей доброй совершишь немало, и любовь из жуткого подвала на диван его перенесет. Подари несчастным Новый год, обними души пушистым пледом, пусть же тот, кто верит только бедам, на минутку счастье обретет. Подари приюту Новый год, расстели надежду самым бедным, пусть не станет он для них последним и к тебе 100 раз еще придет. Пусть не станет он для них последним и к тебе 100 раз еще придет. Пусть не станет он для них последним и к тебе 100 раз еще придет. Пусть не станет он для них последним и к тебе 100 раз еще придет. Ира, сегодня же уже Новый год! Точно! А где же Дедушка Мороз? Давайте все вместе его позовем! Дед Мороз! Дед Мороз! Выходи! Дедушка Мороз! Ой, а кто это приехал? Дед Мороз прискакал на единороге. Так, кто плохая собака? Ну-ка, а кто хорошая собака? Все хорошие. Ого, сколько! Все, Дедушка Мороз готов раздавать подарки. Это у нас что? Это такое за собачка? Это мама. Мама хочет подарок. Так, на. Молодец. Ну-ка. А теперь ее дочка пришла.
Агаша. Молодец. Так, большие собачки. Дик. Дик, ты умничка, я знаю, ты хорошая собачка. Тетка. Тетка хорошая собачка. Ой, Бума бессовестный, ну ладно, на. А морда пришла, смотрите. Медведь. Сначала полярные медведи получили. А, медведи. Кто у нас тут большие собаки? Хач. О, Хач, на. Дюша, иди ко мне. Дюша берет. Молодец. А что у вас есть для самых маленьких? О, вкусняшки есть для самых маленьких. У-у-у, да. Моську. Так. Вот Моську. Маска. Маска, на, вкусняшки. Тигруля пришла, смотрите. Тигруля, на. На, красавчик, молодец. А Мымрик что? Мымра. На. Так, кому еще большому? Кому большому еще? У нас тут завелся дикий волк. Вот это да, единорог превратился в волка. Путечка, на. Молодец. На, Шкодинка. Шкодинка. Шуня! Так, вот так. Полные руки у меня. Шонита, на, Шонита. Класс, молодец. Бумочка, о! На. Сыночка. Бегемотя получаешь. Хорошо. Морда, морда умничка. Ну ладно, медведь, на. Дротя, малыш. Все, на. Мои дети получили, мама довольна. Вот и прошел непростой 2021. Спасибо огромное вам, друзья, за то, что вы поддерживали нас в непростых ситуациях. Огромное спасибо за то, что помогаете нам и нашим питомцам. Поздравляем вас с Новым годом! Не забывайте подписываться на канал Приюта. Выбирайте себе питомца из наших подопечных. И быть добру!